Ja tu man pēc divā pēc vēl liet, un es palīgu tev neko kļūt nē. Nu jā. Vai tad šodien ir stundīgā? Šodien ir, jā. Ja tu tikai krījā mazāk? Nē, rītā. Reāli. Kas ir influencer par to šo, ka mēs runāsim arī studijā? Uz manam ir. Šī YouTube kanālā rāda citiem, kā viņš spēlē datorspēles, un šobrīd viņam ir 88 miljoni sekotāju. Influenceriem ir savi topi, kurš ietekmīgāks, un ietekme ir atkarīga ne tikai no tā. Raidījuma turpinājumā, no kā gūst ienākums influenceri un kādas ir cenas Latvijā? Ar ko nereti grēko influenceri un no kā vērts uzmanīties patērētājiem. Uzmanās motors! Новая неделя и новая жизнь сегодня. Ну, 11 марта, как всегда, озвучу праздники, которые сегодня отмечаются. 11 марта, я сказал, или ноября еще. Марта, да, 11 марта, сегодня день маленького протеста. Имеете ли вы какие-нибудь маленькие или большие протесты в нашей погоде? Что-то на какие-то чудеса у нас вытворяют последние сутки. Ну да, погода меняется уже. Ну, чемпионат мира по биатлону порадовал Андрей Расторгуев в коем-то веке. Да, на самом деле, вот этот чемпионат, который проходит в шведском Эстерсунде, проходит такой победный волнение. Андрей Расторгуев пока что прошедшие выходные дни очень даже порадовали. Ну, Володя может говорить, говорить и говорить до конца нашей передачи.